в завершении выпуска о спорте Ульяновская «Волга» сыграет в 1/16 финала первенства России. Соперником девушек станут футболистки из казанского «Мираса». Команда очень сильная, в принципе, она нам хорошо известна, мы до этого с ними встречались уже, играли товарищеские игры. В прошлом году мы, к сожалению, не принимали участие в соревнованиях ЮФЛ, и несколько игроков наших играл как раз за команду «Мираса». К кубковому матчу «Волга» подошла в полной боевой готовности. Травмированных нет, девушки в хорошей форме, лидер клуба, лучший бомбардир группового этапа первенства страны Дарья Лазарева. Соперник достаточно сильный. Мы играли против них. Ну, в принципе, играть с ними можно. Атмосфера в команде у нас всегда хорошая, дружеская. Все друг друга понимают и поддерживают. А также у всех есть очень сильный настрой на игру. Все хотят играть и победить в этом матче. Он пройдет в родных стенах. Поединок 1/16 финала состоится на стадионе «Локомотив» уже в эту субботу, 2 сентября. А у меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Приятного вам дня.